Руководство компании прибыло в Самару на подведение итогов конкурса социальных проектов, которые организуют нефтяники. В этом году он собрал свыше 2000 заявок, восьмая часть из них – победители. Свои решения актуальных социальных проблем представляют жители области. Лучшие проекты будут профинансированы промышленной компанией. Регион лучше понимает, какие социальные проекты необходимы в какой точке их территории. Поэтому и вписывается в эту программу через эти соглашения. Мы соучаствуем именно в тех социальных проектах, которые важны для населения региона. Компания «Нефтяной магнат» уже много лет плотно сотрудничает с Самарской областью. Регион богат на месторождения. В 2020 году объем добычи нефти с учетом имеющихся запасов составит около 2 миллионов. При этом компания готова приобретать новые участки, даже если месторождения на них еще не открыты, с учетом перспективы. Компания, которая никогда еще не нарушила ни одно свое обязательство и замечательно выполняет производственные показатели, оказывает огромное содействие в решении социальных вопросов. С поддержкой нефтяников в регионе появились несколько спорткомплексов, отремонтировали дома культуры. Сотни мальчишек получили в подарок уличные футбольные, баскетбольные и ворк-аут площадки. Сегодня президент компании и руководство региона обговорили новые направления в сотрудничестве. В приоритете – комплексное развитие сельскохозяйственных территорий. В этом партнерстве нефтяная компания выступит в качестве инвестора в тех районах области, где она ведет нефтедобычу. Соглашение покажет инвестиционную привлекательность региона и позволит получить федеральную поддержку. Мария Левина, Николай Пифанов. События.